Дом Гоголя. Це дуже важливий об'єкт, тому роботи здесь должны проводиться согласно всіх установлених норм по реставрації. Не тільки. Это нельзя здесь как-то зайти бригадой, обрушить все и начать новое строительство. Це треба робити дуже зважено. И что и происходит. Вы видите, постепенно идет расчистка. Вы бачите, что нам преподносит погода. Це дождь, це спека. Вот эти перепады температуры, они тоже влияют на ход выполнения работ. Тому встановлен кран, який привезли из Киева, потому что в Одессе не было такого крана. Здесь ты поставишь большой кран, потому что мы перегородим улицу. Тому цей кран самый такой маленький, але він дуже вписався тут і не перегородив вулицю. Установлен генератор. І вже активна фаза по зняттю кровли відбувається вже з цим часом. Поэтому, як тільки ми совместно, чому говорю ми, тому що це совместний проєкт, демонтуємо кровлю, вивезем все, що здесь нужно вивезти, оставим ті стіни, то, що нужно сохранити, фундамент, укріпим фундамент, вот с этого момента начнется конкретная реставрация. Я думаю, что по тем графикам, которые мы сегодня проговорили, до наступления холодов, до конца года, точнее, мы должны закончить, закрыться полностью помещение, укрепить фундамент, накрыть крышу. Пока что в рабочем порядке нет той кровли, которая будет окончательно, потому что нет смысла ее делать до тех пор, пока не будет отреставрированный фасад. Но подготовка уже, те балки перекрытия, они будут установлены уже те, которые будут всегда. Единственное, что та кровля, которая окончательно накроет дом, будет установлена позже. Реставрация предполагает не только абсолютное сохранение всего. Изучаются те элементы, которые есть, выясняется их состояние и возможность использования в будущем, то есть реставрации. Такой, чтобы остался аутентичный элемент. Но реставрация предполагает в том числе замена старого, пришедшего в негодность в аварийное состояние элемента, на новый элемент, который должен быть изготовлен по чертежам, которые есть уже. И много очень невидимых здесь работ начинает происходить вне стройплощадки. Потому что, когда будет готов комплект солярных изделий для замены на фасадах, он будет сюда привезен, установлен. И после установки столярных изделий на фасадах можно будет говорить о реставрации самих фасадов. Поэтому это все связанные вещи. И здесь вот сейчас то, что мы видим, это расчистка фасадов, но заготовка элементов металлоконструкции, которые пойдут на новые перекрытия, потому что аутентичные перекрытия пришли в полную негодность, замена конструкций стропильных систем, столярных изделий, внутренних и наружных. Это все происходит вне стройплощадки. Важно, чтобы они были заказаны, чтобы они изготавливались в тот момент, когда придет их очередь в соответствии с утвержденным графиком работ на этом объекте, чтобы они были готовы и чтобы они были установлены на место. То есть по плану заказчик сейчас значительно упростится задача и демонтажа, и монтажа в связи с наличием крана, потому что это тоже было не так просто. Я со своей стороны, как человек, который ответственен за памятникоохранную деятельность, доволен тем, что тут не нарушаются правила игры в охраны объектов культурного наследия. Все сделано в соответствии с законом. Разработана научно-проектная документация на первый этап противоаварийной работы. И реализация этой проектной документации под контролем и нашего управления, и областного управления. Заключен охранный договор с областным управлением. То есть тут нет тех нарушений, о которых можно было бы говорить и нам, и вам, и всем другим, кто этим интересуется.